товар только этого дня. Самое выгодное предложение – это дизайнерские джинсы Lourdes. Самый необходимый предмет гардероба каждой женщины. Но согласитесь, у вашей подружки есть джинсы, у вашей мамы есть джинсы, у вашей соседки есть джинсы. Но вот такие дизайнерские джинсы с эффектными подворотами, с брелком в подарок и на красивом поясочке будут только у вас. Потому что это абсолютный эксклюзив и новинка нашего телеканала «Шопеншоу». Представляет его дизайнер и модельер, имиджмейкер Микола Комендров, который сам отшивал собственные коллекции и даже собирал стильные образы для звезд шоу-бизнеса. Базовые, классические, универсальные джинсы скини у нас с вами представлены сейчас в нашем эфире. От классики им достался мягкий деним, 95% хлопка, 5% лайкры, а значит будет сидеть идеально по вашей фигуре. Высокая посадка заменяется не вточным поясом, а поясом-резинкой, но все же стоящим на шлевках, что дополнительно работает на то, что можно продеть ремешок. Если ваша талия тонка, вы можете воспользоваться вот таким джутовым шнурком, который обеспечит вам максимально стягивание. Есть также съемный брелок, который навряд ли вы будете носить самостоятельно, а вот порадовать малыша, который постоянно клянчит игрушки, пожалуйста, отдавайте. Ну и, безусловно, конечно же, модели делятся у нас на два цвета и типа. И также есть модели с подворотами, с принтами и без подворота. У меня в руках, кстати, классические джинсы. Они будут отличаться от всей партии тем, что здесь нет подворота в цвет рисунка, а здесь у нас с вами асимметричный край. Это для тех, кто любит дизайн не в принтах, а именно в крое. То есть вот такой элемент, если нравится, то серую модель забирайте для себя. А далее у нас идет светло-синий цвет, он называется голубой. И здесь обратите здесь уже внимание. Подвороты. Да. Причем можно их развернуть, и у нас получится полноценные классические джинсы. Можно их завернуть, и уже будет дизайнерский стильный то элемент. Вот здесь красивые цветы. И можно будет подвернуть. Здесь у нас с вами турецкий огурец. Синий цвет, здесь красивый леттеринг, да, тут очень красивая надпись идет. И также у нас идет здесь уже наш брелок в виде черепашек-ниндзя. Черный цвет, который выбираю я, также идет с подворотами внизу с леттерингом, который можно, в принципе, отвернуть, и вы получаете уже классические джинсы. Внимание, это главный товар дня. Если обычные джинсы сейчас в магазинах стоят 3,5-3,800, а на цветном бульваре я видела джинсы за 10 тысяч рублей, у нас цена главного товара дня, но только на один день. 1999 рублей. При оплате картой дополнительная скидка 5%. Закажите джинсы Lourdes, и любое предложение из нашего часа вы получаете совместную скидку за совместную покупку дополнительно 300 рублей. Успейте дозвониться прямо сейчас. Размеры от 48 до 58. Как ты советуешь выбирать? Данное изделие я бы не рекомендовал размер в размер, я бы предложил бы 48-му размеру поделиться своим размером 46-му, 58-й уедет 56-му. Все-таки хочется не рисковать от 46-го до 56-го, то есть лучше взять на размерчик больше. Данное предложение сейчас вы видите в качестве такой вот внешней жизни, да, как Лена показала. С Ариной выбрали для себя джинсы, прогулялись по территории нашего канала и выглядит очень эффектно. Хотите, подворачивайте, хотите, не подворачивайте нижнюю часть гачи. При этом вы можете носить брелок, можете его отстегнуть, можете прикрепить его к своему кошельку или, например, добавить к нему ключи. Идеальное предложение. Напомню, данную модель можно выбрать либо джинсы с подворотом, либо джинсы с асимметричным кроем. Вы знаете, все равно вот к сезону мы приобретаем новые джинсы. Они многие стираются, многие изнашиваются, а потом хочется чего-то оригинального. Потому что, ну, классические джинсы, согласитесь, они есть у всех. А нам, женщине, ведь хочется выделиться, хочется быть особенной, интересной, необычной. И здесь мы с вами можем выделиться, при этом с практичной стороны. Деним очень удобно подсобирает фигуру, особенно с добавлением стрейча. Напомню, 95% хлопка и 5% лайкры. То есть бедра подтянуты, ягодицы вздернуты, кулиска и отлетная кокетка держат позицию талии. Еще есть дополнительный шнурок для того, чтобы уж максимально зафиксировать. Брюки средней высокой посадки, что дополнительно является удобством в осенний период. А в остальном с помощью вот этих мелких деталей, либо кроя внизу, как вы видите на Нике, да, симметричного кроя, либо за пристегиванного брелочка, либо подвернутый низ с контрастным рисунком, доигрывает образ. То есть мы получаем образ особенный, но при этом особенный без жертв к своему фигуре. Вот это самое главное. То есть мы ничем не рискуем, при этом получаем два дизайна в одних брюках. У нас есть дизайнерский элемент, но вы можете всегда его скрыть, если хотите получить классические брюки. Вы можете обратно отвернуть вот так вот наши брючины, и у вас уже получится классический
близкая модель, например, для работы, для там, отправления как, на какую-то деловую встречу, потому что джинсы, они сейчас в ходу всегда везде. Захотите дизайнерского элемента, да, можете вот подвернуть. Внимание на экран, у нас уже выделяются лидеры нашего часа. Серый цвет самый популярный, который выбирает наша Ника. Успейте его забрать прямо сейчас. Слушай, как мне нравится, что здесь высокая посадка. Потому что сколько джинсов я не перемерила, они заканчиваются до середины животика, животик как будто вываливается вперед. Здесь, кстати, еще и выигрыш в том, что у нас с вами гульфа идет бутафорский, да, то есть он не расстегивается, значит, не нужно вот это застегивать молнией или бояться, что она разойдется. Пояс стоит на резинке, его высота 4 сантиметра. Высота нашего с вами седла 39 сантиметров в полуобхвате. То есть по факту мы получаем 70 сантиметров ее окружность. Бедра в 48 размере, у нас с вами полуобхват 30, то есть тянется еще дополнительно. То есть практически по 120 у нас с вами по бедрам. Общая длина изделия 98 сантиметров. Возрадовали сейчас дамы невысокие. Джинсы не нужно будет подрезать, они для невысоких дам будут идеальны. А для тех, кто любит форму брюк-дудочек, это для вас примерно наших моделей, ну, девочка. Я еще напоминаю, чуть выше 170, да, и смотрится успеете, выше да. икры. Я напоминаю, что вы получаете дополнительную скидку в 200 рублей, если заказываете наши джинсы Лурдес, главный товар дня, и любое предложение из часа. Например, мой кардиган, футболку, рубашку из микровельвета. Главное, успевайте добрать до бесплатной доставки и оплатите заказ картой, если вы хотите получить еще дополнительную скидку 5%. Все скидки суммируются. Это самое главное в нашем часе, поэтому успевайте, делайте первые заказы. Будьте стильной, будьте яркой. Скажи, мы как будем стирать наши брюки? Особенно меня интересует низ, да, наших брючин, где есть дизайнерский элемент. Стиральная машина, у нас с вами есть такая функция стирка джинсов. Там написано, поставьте температуру 30 градусов, включите режим стирка денима, и все, вуаля, они постираны. Данное изделие не дает усадки за счет 5% лайкры. Хорошо тянутся, значит, не будут вытягиваться, как 100% классические джинсы в зоне колена. Также у нас с вами брюки очень удобно и мягко сидят. За счет лайкры вы можете именно делать очень динамичные движения. Что не сделаешь в классических узких джинсах, они обязательно будут давить и колоть. То есть смотрите, здесь действительно джинсы удобные, ты в них живешь, они мягкие, они удобные, они яркие. Это два дизайна в одних джинсах, это классические джинсы и стильные. И не забывайте про скидку 200 рублей за совместную покупку джинсы и любое другое предложение из нашего часа. Успевайте, делайте свои заказы прямо сейчас. We'll be right back.